Всем привет! Вы на канале Phantom Entertainment, и сегодня у нас второе видео про фури-художников. В этот раз мы предлагаем вам взглянуть на замечательное творчество Вероники Коноваловой. Она рассказала нам о своем увлечении животными и рисованием. Сама художница говорит: «С самого детства я была сильно увлечена рисованием животных. Большое влияние на меня оказали мультики Disney, такие как «Король Лев», «Балта» и им подобные. Что касается опыта, так и с этим проблем тоже нет. Как она говорит, рисую столько, сколько себя помню». Для того, как приобрести свой стиль, художница заимствовала чужие, дополняя их своими элементами. Ее собственный стиль начал появляться тогда, когда на рисунках стали более заметны приглушенные слои, улучшилась прорисовка шерсти и теней. Тут вы можете видеть начальные арты ее творчества. И то, что она рисует сейчас. Известность в кругах фури она получила после создания группы, посвященной ее творчеству. На создание группы ее подтолкнула подруга. Сначала она сомневалась, но все-таки создала ее. Поначалу все было очень плохо, но Вероника безумно радовалась каждому подписчику. Раньше было очень мало людей, и только в недавнем времени люди стали все больше и больше заглядывать в ее группу, чему она безумно рада. На этом все. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в нашей группе ВКонтакте. Специально для своих подписчиков Данила договорился на скидку на заказ артов по промокоду, который находится в описании. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!